Ребята, вы даже не представляете, как я счастлива находиться в Нью-Йорке. I feel like today is the day. Yeah. Главное следить, чтобы оно было симметрично. Я могу. А, ну да, точно. Вот это уже красиво. Все, со всех ракурсов. Класс. Иди смотри. Ой, сзади как красиво. Вау. Ну все, теперь каждый день. Не каждый день, каждые 3 дня. Без проблем, я это люблю делать. Хинго, это Apple. Окей. Типа это яблоко в Хинго, Шоу Ти, это телефон, Шоу это рука, Ти это техника, типа техничная рука. С кем чинер? Нет! Да двигается она. О мой бог! Качественный контент. Что, в Новый год зажигаются бенгальские огни? Мы что, тоже классные? Ей! Это было быстро. О, интересный. Как это мило. Я сегодня ходила в Whole Foods, хотела купить себе зубную щетку, но не купила. Но мне... У нас было условие... Стас Шмелев подарил. У нас было условие, что нужно было купить подарок за 10 долларов. Да. Я нашел что-то за 10 долларов и подумал, что кому бы это ни досталось, это точно понадобится. Потому что даже если у вас есть зубная щетка, рано или поздно нужна новая. И я нашел электрическую. Серьезно? С Новым годом. Я улетаю. Первый раз в метро. Я спускаюсь сейчас со скики в нью-йоркском метро. Впервые. И прошли мы зайца. Ну, кто зайцем, кто нет. Я оплатила, но Кики прижалась ко мне, и мы пополам заплатили, считай. Мы едем в If only I knew. Это станция сюда, да. Это станция. Морган Эвеню. Морган Эвеню. Здравствуйте, девушка. -18. New Yorkers spewed iced coffee. Amazing. I was just wondering how it feels like to drink iced coffee when it's -9. Harder no matter what. Yeah? Yeah. Do you think that Russian people don't get cold? Yeah. We do get cold sometimes. You guys? Yeah. Yeah, you have to be below 3. Below 3. You think so? Yeah. Это немного хаос. Всегда. Масала и алмонд мил. Да. Вот такие еще правы. Да. Очень легкое вкусное. Очень вкусно. Что такое бастурма? Вкусно? А калит легенда. Вы вкусно? Да. Вообще все. Я по-русски.
Proliferation teams. The tingles. Я решила приготовить нам с Дашей мороженое. Это кокосовый йогурт с пребиотиком. Я его взбила с бананом. Также добавила мед. Сейчас я это уберу в морозилку, и мы будем завтра пробовать мороженое. Life is about balance, right? Chocolate. Fruit. And girls. Я вчера заказала салат на takeaway. Много зелени, киноа, то есть я за киноа заплатила $2, и попросила мне добавить немножко сладкой картошки, красной, батата. Сказала, совершенно чуть-чуть мне, пожалуйста, добавьте его. И я прихожу домой, думаю, сейчас я открою, кайфану, поем много зелени, как я это люблю делать, киноа там будет, потому что я киноа так хотела поесть, прям вот, знаете, как бывает, что вот хочешь поесть, вот прям вот не можешь. Приготовилась, открываю. Угу. Я не знаю, что случилось. Вот столечко оругало, совершенно чуть-чуть. Полбокса сладкой картошки. И нету киноа. И вот сегодня я пришла в этот ресторан обратно и сказала, ребята, вы вчера мой заказ просто места. Вместо моего заказа вы мне положили совсем все по-другому. И меня это не устраивает. Мало того, что мне сейчас совершенно бесплатно дали салат. Я сейчас увидела, там порцию положили мне огромную. Так еще и имбирным чаем напоили. Так что, ребят, если вас не устраивает что-то, или вы чем-то не удовлетворены, приходите и говорите об этом. Ну, по крайней мере, в Нью-Йорке. Здесь все возвращают. Хочу вам показать свои покупки, которые я сделала сегодня в Whole Foods. Вода, любимый арбузный сок с лаймом. Если вы будете в Америке, обязательно попробуйте этот арбузный сок, он очень вкусный. Камбучу я нашла очень хорошую. Камбуча-камбуча разница. Вот эта камбуча очень хорошая. Мне понравились очень ингредиенты. Впервые вижу камбучу с orange peel. Эту печеньку я сегодня купила в Le Labo. Это oatmeal и pecan nuts. Обожаю кокосовые чипсы. Очень хороший бренд Go Raw. Вам на заметку. Очень люблю ее сушеные фрукты, как вы знаете, после ужина. 4 манго. Это самый вкусный манго, который я пробовала so far в Нью-Йорке. Один манго стоит $2. Органическая клубника. Мне захотелось клубники, она очень вкусно пахнет. Очень люблю шоколад. Когда вижу хороший шоколад, я сразу хочу весь попробовать. Этот я уже пробовала, и вот этот я уже пробовала. Вот этот пока еще не пробовала, но я купила еще новых 3, потому что я его очень люблю. Лимоны всегда нужно покупать органические, потому что лимоны обливают всякой такой гадостью, знаете, чтобы они блестели. Вот этот блестит, но потому что только сейчас на нем отражается свет от лампы. Но на самом деле он ничем не обработанный. Потому что я обычно кожуру даже ем. Машрумы, мексиканские авокадо, $5. Вам, наверное, интересно, сколько все стоит, правильно? Это стоил $4, это тоже 4, это 5. Это я из LA с собой привезла. Airbnb, в котором я живу. Сейчас вам покажу холодильник, от которого у меня сердце кровью обливается. Та-дам! Это ужас. Это просто ужас, потому что здесь такой месс. Я не знаю, здесь живут люди из Германии и из Италии. И как можно вообще содержать холодильник в таком просто сраче? Я не могу понять. Фак. Супер нездоровая вещь. Ох, Тропикан. Чтобы вы видели, это полки моих соседей, а это моя полочка. Да, я еще нэпкинс положила сюда. На ужин я себе приготовлю зеленую чечевицу, грибы с понзу соусом и сделаю салат с авокадо. Девушка и вода. И шоколад. Картина масла. Не все люди считают, что вода различается по вкусу, но это так. Да, это так. Картина масла. Дубль 2. Манго, киви, кокосовый йогурт и ананас. Мы закончили йогу с Дашей. 2 часа йога была очень классная. Лайфхаус йога. Andrew! Americano and almond drink.
La-l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 a
your friends to get off the wall and just pop, pop it in.